там что-то говорят о тебе слова? Нет, там просто обычная музыка. А это какой? Это немецкий язык. А, немецкий? У вас пока там здесь вот нет. Какой грузинский? Нажми на... Нет, на английском. Нажми там, где наушники наверху. На самую верхнюю нажми. Да. Вот мы здесь послушаем. У меня нарисованы какие-то там стрелочки, мельки. А можешь ко мне, а хочешь ко мне сядь? Вот их сам. У меня. Я не хочу пока, Юра. Вот, пап, послушай у меня вот тут. Да, он сядет. Пап, не нажимай ни на чего.
найти русский язык? А то я не могу найти. Что Это какой язык?
Мексика череба, мшали хиди, шестая остановка, сухой мост, блошинный рынок, Sixto, Dry Bridge, Flea Market. Ой, выйдем и погуляем. Пойдем? Давай, Рушка, пойдем, сходим на мост. Вот он прямо, называется Сухой мост. Сухой мост. Да. Не знаю. Пойдем другие игрушки посмотрим. А что осталось? Да. На другую улицу пойдем. Не знаю. Это называется блошиный рынок, Юра. Блошиный рынок? Да, здесь все продают. Видишь, кто картины, кто что, у кого что есть, кто ковры продает вот там. Пойдем ковры, около ковров пройдем прямо еще. Я здесь. Да. Давай. Грузинский народ.
это английский язык. Первый раз зашли.
Так, подходит к концу наш сегодняшний туристический день с Юрой. Мы поднялись опять на его любимых кабинках от парка вон там внизу. А, сюда вообще обалденная сегодня погода, обалденный вид. Классно. Да, Юраш? Классно? Да. Кабинки... Кабинки это наше все. Давай внизу. Давай вниз съездим на кабинках. Потом сходим ногами вниз. Уже домой. Давай сейчас спустимся просто. И мы будем дома. Нас там мама ждет уже.